деревья были такие столетние. Все вот это было под... Ну, в общем, я не знаю, не ямы были, грязь была. А в том году нас сделали. Да, к нам даже губернатор приезжал сюда смотреть на нашу территорию. Территория на Пушкина 6 теперь образцово-показательная. Участники встречи воочию смогли в этом убедиться. Проект по ее благоустройству стал победителем конкурсного отбора инициативного бюджетирования «Сделаем вместе» в 2019 году. Нужно сказать, что в подобные муниципальные объекты вливается немалое бюджетное финансирование. Из областного бюджета оказывается значительная помощь. И сейчас уже на ближайшем заседании законодательного собрания Ростовской области будут рассмотрены вопросы о предоставлении муниципальным образованиям дополнительные дотации на сбалансированность бюджетов. Размер этих дотаций – 700 миллионов рублей. Кроме того, по словам министра финансов области, предусмотрят и средства на предоставление долгосрочного бюджетного кредитования под 0,1%. Все это сделано с целью замещения заемов, которые были привлечены из коммерческих банков. Напомним, с 1 января текущего года отменен единый налог на вмененный доход, который поступал в местные бюджеты. И это, конечно, не может не волновать муниципалитеты Дона. Кроме того, Лилия Федотова пояснила, что в области созданы условия для обеспечения бесшовного перехода предпринимателей системы ЕНВД на другие системы налогообложения. А с этой целью внесли изменения в региональное налоговое законодательство. Все это позволяет своевременно приводить в порядок муниципальные объекты на радость жителей области. И вообще мне Петровский очень нравится. И Петровский бульвар, как сделали, мне очень нравится. Часто прогуливаюсь к Дону. Вот жду, не дождусь, когда сделают эту лестницу. Но место бесподобное. Роман Ткаченко, заместитель главы администрации города по ЖКХ, объявил, что к 1 ноября все работы на этой площадке закончатся, а на спуске к реке Азовка, помимо обычных ступеней, появятся пандусы для инвалидов. Артем Тарасов, Алена Бадар, Валерия Дорошенко, Александр Кучец, Дон-24, Азов.